Наша власть, конечно, сама устраивает выборы, и сама определяет правила, и сама следит за соблюдением этих правил, и сама, у чуда, главный участник этих выборов, и сама эти выборы выигрывает. И только на такие выборы, которые подконтрольны ей заранее известным результатом, наша власть и согласна. Которые приходят ночью и проводят ночные обыски и допросы. Нет! Доверяем мы такому следственному комитету. Нет! Не хочу быть рабом. Я хочу голосовать за того, за кого я хочу. У меня есть свой кандидат. Чем больше нас будет народу, тем это возможнее становится. Хорошо, если на улицу выходит по 100 тысяч, по 500 тысяч народу, тогда будет все возможно. Ходила на те митинги, но стараюсь выходить на разрешенные, чтобы меня не скручивала полиция. Это надоело, когда за нас решают, хотя на самом деле я думаю, что и она ничего не даст вам. Надо ходить, в противном случае вообще ничего не надо. Перемен! Перемен! Пришла сегодня на митинг поддержать нашу молодежь. Дело в том, что власть у нас устарела. Она оторвана от жизни. Она живет какими-то старыми понятиями. А молодежь у нас очень умная, активная. Она хочет участвовать в создании своей страны. Сердце, у меня с сердцем плохо. Чувак, руку. Ребят, правая рука,